История Первой мировой войны показана через призму судьбы Григория Стравинского. Через его частную жизнь на выставке «Честь имею» представлены подлинные предметы военного обихода, оставшие раритетами в наше время. Это походная чернильница, свисток и даже зеркало и расческа полковника. Сохранили родственники героя Первой мировой войны и фотографии своего прославленного предка. События же и факты войны 1914 года предстают на страницах иллюстрированного художественно-литературного журнала «Искры». Издание, которая выходила в свет все 4 года войны, рассказывает о хронике военных и политических событий, о героях, об императорской семье. В одном из журналов можно почитать указ самого императора Николая. Свидетельствует одна статья «Искры» о том, что в Первой мировой участвовали даже дети. Полковник же кубанского казачьего войска Григорий Стравинский был расстрелян в 1920 году за то, что отказался снять ордена и погоны и растоптать их. Люди, которые придут в наш музей, они найдут достаточно огромное количество интересной информации, предметов, которых сейчас нет в нашем современном мире. Да. Выставка действительно очень необычная и интересна будет как жителям города, гостям и, конечно, молодому поколению, интересующимся историей. Все материалы, представленные на выставке, останутся в фондах музея Островского.